Всем привет! Привет из города Харрисонбург, штат Вирджиния. Смотрите, какой поехал домик на колесах. Сегодня у нас 12 июля 2021 год. Вот цена на бензин. 2,85, 3,25 и 3,55. Мы сейчас заправляем свою машинку. Находимся мы около магазина Мартинс. А поедем мы сегодня в магазин Aldi и посмотрим, какой ассортимент этого магазина, какие там на июль цены и что я прикуплю. А пока мы едем в магазин Aldi, мы вам расскажем с моим мужем, вот Александр. Всем привет большой, да? Приветствую, ребят. Расскажем, какая у нас сегодня погода за бортом. Вот смотрите, у нас уже тучки появились. Очень душно и жарко. Надеемся, что дождик пройдет и чуть-чуть станет полегче. Ребят, 8 часов вечера, а на улице 88 градусов по Фаренгейту. Вычитаем 32, получаем 56 пополам 28 плюс 2,8. 31 градус, ребят. 8 вечера, 31 градус. Мы знаем, что в Москве тоже сейчас жаркая погода установилась. Вот такой дом мы проезжаем, который декорации не меняются. Все время там декорация новогодняя. Лампочками украшен. На камере не очень видно, но там лампочками круглый год украшено все. У нас очень удобный здесь район, все очень близко находится, расположение очень удобное. Плаза близко, все услуги близко для нас. Вот справа поля для гольфа. Пожалуйста, можете в гольф поиграть здесь вот. А вот и дождик пошел. Дождь пошел, да. Вот буквально 2 минуты, и мы уже приближаемся к магазину Aldi. Да, ребят, ехали минуту, наверное, полторы-две. Магазин Aldi сейчас будет. Напротив Макдональдс. Обычно мы, когда приезжаем в Aldi, и смотрим напротив Макдональдс. И в Макдональдсе постоянно очередь стоит. Постоянно очередь, ребят, в Макдональдс. Постоянно. То есть очень удобно для них. Зашел, покушал, ну, купил, покушал и все. Мне больше нравится, как, Бургер Кинг, да? Да, Бургер Кинг. Бургер Кинг. Вот мне больше, ребят, нравится Бургер Кинг, чем Макдональдс. В Макдональдсе как-то... Вот что я не брал, все время как-то вот мне не везло. Такое попадается, все суховатое как-то. А Бургер Кинг как-то вот пороскошнее делают. Ну, это на мой вкус, ребят. Ну да, у всех же вкусы разные, поэтому... Я вообще домашняя пища. Вот, посмотрите, пища. Впереди вы видите, вот очередь стоит. Это вот на Макдональдс. Да, гляньте, машин сколько. Вот в это время, ну, в это время постоянно, да? Угу. Вот магазин Aldi. Это вот немецкий магазин. Сейчас мы туда и направимся. Пойдемте с нами. Вот такой магазин Aldi. Ну, кто здесь живет в Америке, они знают. Это монетка. Сколько она этих? Четвертак. Четвертак. Почему-то они так сделали. Да, и тележку как бы не во всех магазинах так, да? Да, только здесь вот за четвертак тележку вам дают, а потом обратно приходите. Ну вот можно это протереть. Все, заходим. Пока тележка пустая. Так, что у нас на распродаже? Сейчас посмотрим, что на распродаже.
На распродаже у нас персики по $1.78. Два ЛБ. Черешня. 3.49 за ЛБ. Такая желтая. Так, это другие нектарины. $1.78 за 2 ЛБ. Помидоры, манго. Посмотрите, манго. Какое классное. Черника. Черника $1.49. Черника выгодна. Так, что-нибудь возьмем, Саш? Чернику может взять. Давайте возьмем чернику. Так. И может быть взять черешню вот такую. Или подумаем. Взять. Давайте вот черешню возьмем, да? Это все производство, сейчас посмотрим. Возьми, Жень, больше почти в два раза. А вот она как это, по весу, они вешают, наверное, да? Ну, давай вот эту все-таки возьмем, не знаю, не сейчас, подожди. Вот там написано. Да, ЗЛБ, 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 3. Так, идем дальше. Это мы ничего не берем, клубнику мы не берем. Хорошая, $1.59. Прям хорошая клубника. Так, сама сними меня, а я тебя сниму, поздороваться. А ты не можешь так перевернуть? Не могу, надо выключать. Здороваюсь я с вами, сейчас Оксану сниму. Одна штука за одну штуку. Взять. Я не хочу что-то, я в этот раз мало хочу покупить. Персики за 2 ЛБ. Саш, за 2 ЛБ это за килограмм. За 2 ЛБ $1.78. Это как бы выгодно. Но я не хочу что-то, я ничего не... Так, ананасики. $1.5 ананас. $1.5 ананасы. Я показала. Ага. Так, а здесь у нас овощи. Вот, например, органик этот шпинат. Так, где у нас шпинат? А, нет, это не шпинат. Это микс. А шпинат я пока не вижу. А, вот он, шпинат. Вот шпинат. $1.89. Вот такая. Малинка. Малинка органик. $4.29. А я хотела кабачки. Я взял все два яблока. Так. Одно дома съем. Ага. А одно в рейс возьму. Большой. А там на них нету этих этикеток? Вот они, есть, да? Ага. Так, это что за этот? Не знаю, доллар два. USA. USA. Угу. $1.29 за паунд, я так понял. Ага. Красивые. Хорошие. Так, а что это эти я взяла? Пойдемте посмотрим. Так, яблоки вот такие. $2.29 за ЛБ. А это $1.29. Такие яблоки. Так, помидоры, 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 помидоры. Это хрустяшки всякие. Возьми. Так. Картошка, ребята.
Так, картошка вот такая. 4,29 пакет. 4,29. Ну там много, да, в ней? Лук надо тоже взять, Саш. Да. Лук, вот $1.99, вот сеточка. Угу. Баклажаны большие, $1.29. Но мне не надо пока. Перцы, 2,69. Разных сортов. Авокадо. Авокадо, конечно, хорошо бы взять нам. Да? Угу. Это моргать. Вот это? Вот это, да? А они, посмотри, какие это уже. Вот органик. Органик 3,99. Они уже подошли совсем. Да. Угу. Нам чуть-чуть бы... Авокадо. А вот один стоит 65 за одну штуку. Давай один возьмем, Саш. Вот. Давай. Вот такой. Не, на салат просто, ага. А это вот сладкий картофель американский. Вот он стоит 2,49. За 3 ЛБ. А этот маленький такой картофель. Видите, такой маленький. Малышки. За 24 ОЗ 3,29. Посмотрите, томатный кетчуп 99 центов. Кукхаус, индиан соус, ассортит эти с различные соуса этого. Ну как индийские. Масала, вот как, видишь. А, это как? С имбирь и этот. Острое, да? Это острое, да. Майонез. Огурчики вот такие вот по $1.35 вот баночка. Ну они такие. Вот смотрите, как они. Оливки. Оливки 2,99. Это вот уже немецкая марка, вот такая. Вот что вот с такой черной этикеткой, это немецкая? Да. Угу. Вот за доллар есть. Есть за доллар попроще, да, поменьше. 900. Артишоки. Еще мы не попробовали, у меня стоит, если не попробовала. Так, огурчики. Ну, пробуем. Огурчики вот такие. Так. Что еще, Саш? Нам ничего не надо? Это пошли все мед. Мед. Мишки вот такие медовые. 2,85. Варенья разные, да? Консервы. Это все у них. Есть пюре. Вот эти яблочные пюре. $1.95 разные. Это для детей. Вот разные пюре. И пошли консервы, которые фасоль, морковка. Вот даже свекла у них бывает. Помидоры разные. Горошек. Ничего нам не надо, Саш, вроде, да, все есть. Можно банку горошка взять. Ну, банку горошка можно взять, да. Так, банка горошка стоит 47 центов. Вот такая фирма. И 69 центов. Вот такая. Возьми тогда, Саш, банку горошка. Так, это картошка. Ни разу мы не брали. 49 центов. Это рыбные. Тунец вот разный. Разный тунец. И у них сейчас скидка на тунец. Вот 65 центов. Доллар. Ребят, я беру себе в этот в рейс вот такой. Ну он как паштет, да? Он как тушеночка типа, да, типа тушетки. В рейс беру тут с ключиком открывать, но очень неудобно, он все время ломается, не открывает, приходится плоскогубцами добивать его, поворачивать.
зачем они так сделали. Но очень неплохая, неплохая, видно, европейская. Поэтому так. Здесь вот представлены итальянские нарезки. Вот Italian салями. Такая нарезка 4,99. А я вот хотела сыр здесь взять, пармезан. Такой пармезан я такой здесь беру, хороший. Ну и разные сыры здесь. Вот также козий сыр. Но сейчас мне не надо. Так, разные сыры. Нарезки разные этих ветчины. Но на наш вкус она чуть-чуть соленовата. Вот немецкие вот такие сардельки. Также тут такая цена. За 6. За 2,96. Пиццы тоже мы пропускаем. Пиццы пропускаем. Пропускаем мы их. Не берем. Пропускаем. А вообще мы шли сюда за фаршем. А что это вот это вот такое вот? Ну, типа томатный какой-то. Сальса. Сальса, да. Ну это будет это. Острое. Островатэ. Кефир есть, вот сладкий, правда. И пошли здесь мясные продукты. Курица. Вот свинина. Свинина здесь вот такая вот, 2,49 за ЛБ. Ну, такая вот пачечка большая, 5,98. Ну, можно взять. Взять? Да. Недорого, наверное. Да, можно взять. Давай вот эту возьмем, да? Давай. Все, взяли. Взяли. А вообще мы хотим фаршик вот взять, говяжий фарш. Какой возьмем вот, чтобы небольшой был, не вот этот огромный, вот он огромный, вот такой говяжий фарш, $15, 14, а нам надо, они отличаются по жиру, по жирности, вот здесь 97% жирности, а мы берем какой, мы берем, сейчас выберем, вот такой взяли. 20% 8,20. Также вот такую рыбку я здесь покупаю, делаю, соленую ее делаю. Есть большие кусочки, есть поменьше. Также вот бекон здесь вот такой, он разный тоже в ассортименте, но мы сейчас не берем. Масло, вот такое мы берем, ириш за 3,45, он более-менее на наш похож. Также сметанки, вода здесь. Водички. А воды большой нету. Это сметана, ребят. Сметана. 85 центов. 85 центов. Так, что еще? Еще нам нужно 4 штучки.
Молоко. А вот здесь такая же цена молока, как в Walmart? Чуть подороже. Чуть подороже? Что-то 2,80. А нам надо молоко? Там стоит. Есть, да? Так, яйца у нас есть тоже, видите. Яйца есть. Угу. Так, что-то мы тут вот взяли. В результате мы взяли что? Говяжий фарш, свинину, сметану, лук, авокадо, картошка. Тюна-салат. Тюна-салат вот такой Саша берет, ему очень нравится. Пармезан. Кофе ты взял, кофе, да? Кофе взял колумбийское, 3,89. Недорогой. 3,89, вот такой кофе у тебя. Молотая уже, все, только сварить его. Ну, давай попробуем. Так. Баночку горошка, черника, черешня и яблоки. Продолжаем. Такие разные вкусняшки. Это из курицы. Я даже не знаю, потому что мы не берем все в обсыпке здесь. То, что им нравится. Мы здесь пиццу иногда берем, ребят, неплохая. Немецкая, да, по-моему? Да, немецкая пицца хорошая бывает здесь. Ну вот мы ее брали один раз или два. А сейчас ее нету, да? Это вот мама Козис. Нет, вот это вот очень не очень. Мы тогда взяли мама один раз. Плохая, да? Да. Нам не понравилось. Мегамид. Не, не тут. Она должна быть... Нет. Ага. Она должна быть немецкой. Такая в черной упаковке. Мороженое. Это черное, нет? Нет. Это вот мама Сьюзен. Сьюзи. Мороженое сюда. А это мороженое. Айскрим. Сникерс, Твикс. Вот такие цены. Тоже мороженое. Тоже мороженое. Вот такие цены. Не, ну это мы ничего не будем, да? Да. Замороженная черника, голубика, скорее даже, да, 2,79. Компоты делать я иногда беру здесь. А вот эти вкусные, 4,79, эклерчики хорошие. И это все в тесте. Сосиски в тесте, пиццы разные. Митболс эти. Ну, фрикадельки. Фрикадельки 3,79. Ага. Такие вот. Вот. Ну вот эти вот хорошие, вот неплохие. Вот эти вот неплохие. Вот такие вот. Неплохие. Если там есть эти куриные. Куриные? Угу. Чипсы, шубы. Чипсы, кранчи. Вот вон ту, наверное, вот, нет? Смотри. Чтобы не острые были. Чеддер чиз с сыром. Так, это чеддер чиз. Как типа наших лаваш завернутый. А это криспи энд кранчи. Да, вот чикен и чиз. Видишь, чикен и чиз. А, вот. А здесь биф. А, здесь биф. Угу. Ну что, чикен чиз? Да, чикен и чиз. И вот эти я, ребят, беру, возьму себе одну. А это типа как вареники, да? Типа вареников. Тоже неплохие они. С картошкой? С картошкой, чеддер, сыр. 2,65, ребят. 2,65, да. А эти 3,65. Вот мы здесь, да, вот эти попробовали, неплохие они. Ну и здесь овощи замороженные. Замороженные овощи. И креветочки вот такие. Рыбка пошла. Креветок много, конечно, да. Рыба разная. Вот морской гребешок. 11,99 за одну вот такую упаковку. 12 ос там.
Вот, ребят, если кушать хочется, а денег мало. Вот, не, я не шучу, серьезно говорю. Оксана заулыбался, я говорю, я не шучу. Вот, $8, ребят. Но это фарш или фарш, это уже фарш. Сделанный? Не-не, это фарш. А, это ground beef. Но это надо, чтобы кто-то сделал ground котлетку. Beef. Ну, понятно, да, нужна хозяйка красивая, хорошая. Да. Вот вы покупаете вот такую упаковку этого фарша. $8, ребят, $8. Ну да. И спокойно сделали там хлебушек, кинули, молочко, яичко, сделали фаршик, лучок. Да, а есть уже готовые, вот они. Мы один раз покупали, так неплохие, но лучше, конечно, из свежего фарша, свежего мяса. Ребят, вот такие вафельки еще взяли. Да, вот это неплохие вафли, по вкусу они с орешками. Вот $1.99, там 5 штук, неплохие. Шоколад разный здесь. Не знаю, мы сейчас ничего, шоколад как бы отошли от шоколада. Да, ребят, я покупал раньше в рейсы шоколад себе, а сейчас что-то вот терплю, держусь, не хочу. Ну, сейчас еще и жарко как-то. Сейчас и жарко, и не хочу это, вес набираешь от шоколада. Вот такой я попробовала, брала. Неплохие, но по среднему, конечно. Вот этот тоже брала немецкий, тоже мне по среднему. Не знаю, может, я сейчас отвыкла как-то. То ли все-таки наш шоколад как-то лучше по качеству. Сейчас мы приближаемся к маслам. Значит, что у нас тут? Оливковое, которое брызгать. Сколько оно стоит? $1.79. Это оливковое. Ну, их много разных, да, сортов? Да. $2.49. Вот экстра вирджин. $3.89. Вот в бутылках. $4.29. Кокосового много. Вот органик, но это $3.79. Посмотрите. Да, органик. Ага. Тоже хорошо из него. А вот это я хочу попробовать. Это вот. Это же как топленое, наверное, это, да? Баттер. Как топленое. Как топленое масло. Clarifield Butter. Да похоже, похоже. Или я ошибаюсь. Я его не брала ни разу. Давай возьмем, а дома почитаем в интернете. Вот $6. Нет, давай сначала почитаем. Мы берем какое масло? Вот мы берем, ребят. Вот я взял. Виноградных косточек. Как стукаю, оно будет резко ставить. Масло виноградных косточек. Из виноградных косточек очень полезное. Да, 3,69. И вот авокадо мы здесь берем. Вот авокадо тоже мы берем. 7,29. Вот такая бутылка. В ней, сколько в ней? 500 миллиграмм. Но у нас сейчас есть. Давай возьмем, попробуем вот этот Clarifield Butter. Вот я не знаю, это вот вроде как похож как на топленое, но надо же посмотреть сейчас. Я так не увижу. Да, мы посмотрим. Так, это итальянское или немецкое? А итальянское, пожалуйста. 7,99 вот итальянское масло. Ну, так, ну все. Первого отжима, второго отжима. Да. Короче, вот это все для выпечки. Для выпечки. Флексит. Льняное семя. 2,15. Алмонд 6,19. Это из миндаля. Помолотый миндаль, мука. Так, тут же все вот. Маршмеллоу, да, известные. Ага. Так, а это что вот это? Это что-то... А, 0 калорий. Это, наверное, вместо сахара. Но мы берем вот такой сахар. У нас есть пока сахар. Все. Все тогда, Саш, наверное. Пойдем на выход, да? Да. Тебе сок никакой не надо в дорогу? Да не, пропущу, наверное, чайка возьму с кофе и все. Да, лучше всего. Получается, да? Да. А лучше всего зеленый чай, да, и финик.
и посмотрим, какой товар здесь представлен. Такой промтовар, как бы, да? Такие подушечки для отдыха. На домосушке заехать. По 16,99. Да, и курочку надо заехать в массе и купить. В Walmart поедем. Да, еще в Walmart мы съездим сейчас. $15 коврик для ванны. Крутой ест? Конечно, крутой. Похож на актера Сильвестра Сталлоне в фильме «Кобра». Конечно, да, вылитый. Как бы даже Сильвестр не дотягивает. Не дотягивает, да? Не дотягивает. Я тоже так думаю. Игрушки разные для детей. Вот сумка, наверное, да, такая-то? Холодильник. Сумка-холодильник. Сколько же она стоит? $30, да? $30 холодильник. С ручками на колесах. С ручками. Смотрите. На колесиках. Что там внутри? Саша, помоги. Блин, приличная такая. О, какая. А не знаю даже, как ее открыть. А вот здесь еще молния одна сейчас, ребят. Угу. А, это вот сверху класть что-то, видишь, такое, чтобы, да? Быстро достать. Ага. Подожди, а вот что тут? Это чтобы быстро достать. Не, не, вот. Не, вот она, молния. Вот она. Вот она, вот она, молния, Саша. И здесь молния. Вот, видишь, внутри. Сломана. А внутри как вот она? А, просто пластик. Сейчас. Просто пластик. Не, не, все, Саша. Сломана просто. Угу. Сейчас покажу тебе. Есть еще серенькие, вот такие, смотрите. Вот синенькие, серенькие. Нам не нужна такая? Да пока нет, не пока. Угу. Слушай, ну здесь вот же сделано. Вот она сделана. Ну это что сделано? А, это для льда. Лед туда класть, Саш. Вот, все, я поняла. Это кладешь сюда такие, угу, эти, лед. Закрываешь лед, и потом сюда и что-нибудь потом, кладешь. Да, кладешь, и так вот. И ручка открывается. Все, тут вот и поехал. Да. Ну вы понимаете, да, что лед. Лед на колесиках, компот положил, домашний компот. Или кефир, чтобы он был холодный. Да. И поехали кефир на пляж пить. Ну, нам пока не надо. Мы берем с собой этот чайник. Мы кефир как бы не потребляем, если вы поняли мою иносказательную речь. Вот такой себе купил, ребят. И не пользуюсь. Слишком большой объем. У меня там пропадает. Рис положу, пропадает. Картошка положу, там пюре пропадает. Слишком большой объем, не успеваю съедать. Да, надо, конечно, это... холодильник иметь нам в будущем. Так, что у нас еще? Полотенца разные. Полотенца нам не надо. Так, вот эта хорошая штучка. Можно такую купить себе. Это вот для этого. А нет, это для ванны. Я думала, это мне надо на кухню. Мне надо. Не для ванны, а на кухню. А здесь-то раздолье какое. О, прикольные какие. Кукуруза. Смотрите, классно. Кукуруза в очках. Угу. Прикольные. Такие для детей. Да? Классно. А вот так вот. А вот такой, смотри, оранжевый. А вот с пчелкой есть. Типа, относись полегче. Taking it easy. Пчелка. А это арбузик. Ну, прикольно. Угу. Так, ножики. Такие ножики. 3, 2, 1. Вот так мы приблизились на кассу. Вот то, что мы купили. Ну, мы немного в этот раз. Нам, в принципе, фарш только нужен был.
такой магазин. Вот. Хороший. А вот я. 3, 2, 1, go! Ну все, вот. Уже у них под закрытие мы пришли. 9 часов закрывается. Поэтому народу мало. Так, возьмем, посмотрим, что у нас тут. Какие предложения выгодные, да? Что мы видели сегодня? Вот этих мы не видели, вот таких. Так, и вот эти посмотрим, что мы. Ну вот мы взяли вот эту чернику, да? Для инвалидов. Ой, а на улицу выходишь, и так вот тебя прям пар обдает. Жаркий. Ну, уже сейчас хорошо, сейчас солнышко село, вот. Вот там закат. Очередь вся ушла из Макдональдса, пока мы закупались. Ну, вот еще есть там некоторые. Вот там закат. Вся неделя будет такая погода, теплая. Вот наша машинка. Мы еще поедем, сейчас съездим в Walmart. Вот в этот магазин мы сходили, магазин Aldi. Угу. Сейчас мы упакуемся. У них в этом магазине надо пакеты покупать. Мы, в принципе... У нас много пакетов. У нас столько пакетов уже дома. Вы в любом магазине можете взять 10-20 пакетов. В принципе, вам ничего не скажут. Ну, не в любом. Вот в этом вот, да? Нельзя. Здесь можно взять коробки. В Aldi нельзя. В Aldi можно взять коробки. Ага. У них прям коробки стоят. Вот я не показала. Коробки стоят. Можно в коробку все сложить. Весь свой... А так мы вот, ребят, взяли, по-моему, в Walmart, да? Да, в Walmart мы брали для воды себе. Упаковку. Ну, штучек 10 взяли. Для воды взяли и вот... Да, и воду как, не сложили. Когда воду, да, вот покупаешь, то как бы удобно же в пакеты ее. И мы как бы воду не сложили, а... Оставили, да. Ну, если вы, да, что-то прихватите там чуть-чуть, ничего. Ну, не 1000 штук, а так... Сумма. Сколько получилось? 68. Сейчас, секунду. 68.51. $68, ребят. $68 вот это все. Я считаю, это очень нормально. Ну да, и потому фарш. Что? Фарш у меня Саша попросил сделать ему. Или... Макароны по-флотски он что-то захотел. Да, ребят, мы я, давно не делали. Я их из России не ел, макароны по-флотски. Последний раз в России ел, да, наверное? Да. Вот он захотел макароны по-флотски. Надо ему сделать. Или сделать с... Я еще делаю с кашей, знаете, тоже как экзотика здесь, потому что как бы у них это перловка с мясом. Перловка с мясом, ребят. Тоже. С фаршем, да? С фаршиком? Да, да, перловка с фаршиком, это вообще... Знаете, как раньше у нас были банки такие, в банках была такая каша. И когда уже здесь все, ну, все уже попробовал, все наедаешься, и прям захотелось вот нашей вот этой каши, этой перловки, захотелось с фаршем. Да, ребят, это прям... Это как будто это... Объедение. Неземная еда, мы говорим. Да. Неземная еда. Оксана у меня вообще очень вкусно готовит. Если, ребят, пути Господни неисповедимы, если кто-то приедет в гости вдруг, попробуйте, как она готовит. Ну, мало ли, вдруг кто-то доберется. Это да. Все, ребят, поехали дальше.
Давай тебя сниму, попрощаешься тоже. Да не надо, не надо. Мы сейчас поедем в этот Walmart. Сейчас хотим в Walmart поехать. Так, а тележку отвозим обратно. Вот туда ее надо отвезти. И взять этот денежку обратно. Ребят, приехали к Walmart и поняли, что уже очень объемное видео получилось. И будет тяжело вам смотреть столько. Просто сейчас вот попрощаемся с вами, покажу вам плазу. Тут куча магазинов. Вот Walmart. Дальше там Petco, Best Buy, Staples, Ross, Michaels, Bed Bath & Beyond и книжный. Вот, и сниму Оксану. Она с вами прощается, и я сейчас попрощаюсь. Ну что, рассказала про магазин Audi? Да, рассказала про магазин Audi. Всем большой-большой привет, всем здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний. И чтобы все у вас было хорошо. Все, пока-пока, ребят. Пока-пока. Привет всем.